Эксцентриссимо. Многие звезды шоу-бизнеса, судя по всему, прежде чем выбрать себе хобби, всерьез задумываются, а достаточно ли оно эксцентрично. Нет, есть, конечно, унылые и неинтересные ребята, вроде Брэда Питта, коллекционирующего антиквариат, и девчонки, как Татьяна Овсиенко, собирающие мягкие игрушки. Другое дело Барбара Стрейзанд. Ее хлебом не корми, дай на досуге перебрать свою коллекцию мебели в стиле ар-деко. Певица сетует, место для банкеток из 30-х годов совсем не осталось. Барбару, наверное, очень хорошо понимает Том Хэнкс. По словам близких актера, дома просто некуда встать. Все завалено старинными печатными машинками. Хотя основная проблема домочадцев Хэнкса все же в том, что все эти агрегаты работающие. Джонни Депп собирает скелеты голубей, а Дэвид Линч – мертвых мух. Депп, кстати, еще и обладатель коллекции игрушечных клоунов. Не хочет, наверное, слыть угрюмым человеком. А вот Милу Кунис мало интересует, кто там и что подумает. Голливудская актриса украинского происхождения все выходные рубится в Warcraft. Хобби, конечно, для звезды интересное, но вот денег на него много не потратишь. В дешевизне с Кунис может состязаться разве что Клаудия Шифер. Топ-модель сочиняет стихи. Вы, наверное, уже подумали, какая скука. А вот и нет. Произведения хитрой немки эротического содержания, написаны они от имени мужчины. Ну и напоследок, Дольф Лундгрен – магистр химического машиностроения. Этому парню точно есть чем заняться на досуге. Эксцентриссимо.